Все. Ничего, ребята, все будет хорошо. Ничего, дети. Все будет хорошо, мои хорошие. Да, маленькие. Все будет хорошо. Ну что, ребенок мой? Так, ребята, сегодня уже четвертый день. Малышам немного полегче. Но глисты с них лезут толще стержня. Это что-то страшное. Хотя дали всего половину дозы. Ребятам предстоит еще двойная глистогонка обязательно. Где-то через неделю проглистуем еще раз. Что у меня золотой? Пузики-то, подставляю пузики. Температура спала. Да? Температурка упала. Так что все хорошо. А животик еще немножко горячий, но, по крайней мере, носик уже холодный. Так что это уже здорово. Ну, этот малыш последний все. Сейчас, мой хороший. На сегодня все. Последнего докапываем. И теперь до утра. А вот это чудо вредное никак не хочет лежать. Да? Стало полегче вот этой кукле маленькой. И она вообще выпрыгивает. Но она еще очень костлявая, поэтому обезвоживание сильное. Капать еще надо. Еще сегодня, завтра. А потом снимаю с капельницы. 100%. Это да? Самая крошечная девочка наша. Самая крошечная. Thank you.
Mm-hmm.